Я открою вам небольшой секрет. В написании песни. У меня не получается, правда, но у вас может получиться. Как сделать песню насыщенной, интересной, короче, чтобы ее слушали люди. Вам нужно взять обычные аккорды, простенькие. Да? Двух персонажей, желательно разнополых. И написать об этом примитивный текст. Главное, чтобы история была вымышленная, да? Вот. И после этого вы можете взять эту песню и выбросить. Так это и получается. Пишите о жизни, ребят. Если здесь остались музыканты, ребят, ну на самом деле лучше писать о жизни. Это самое, что ни на есть крутое. Следующая песня называется «Вселенная». Тебе, что мой дом это ты, а не обои и стены. О том, что повторяюсь, о том, что не в себе, о том, что ты моя вселенная.